прошу, что будем. Я сказала мужу, что мы его сожжем во дворе. Всем привет, добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал. Если вдруг вы не видели начало нашего путешествия к этому прекрасному прицепу, то где-то здесь наверху и внизу в описании под видео будет ссылка на плейлист, где набралось уже порядка 15 видео о том, как, в общем, мы этот прицеп делаем. Для тех, кто смотрит нас постоянно, и, кстати, не обращайте внимания на звуки, у нас тут дети развлекаются вокруг нас, и поэтому, в общем, мы с этим ничего не можем сделать, и, в общем, вот там где-то сыночек у нас играется, поэтому не обращайте внимания. Вот, но для тех, кто смотрит нас постоянно, в сегодняшнем видео, мы вам расскажем немножко еще о том, как, собственно, как вы видите, мы собрали уже прицеп на платформе, о том, как мы это делали, как мы приклеивали, в общем, наши боковинки к основанию прицепа, в общем, немножко про крышу и про заднюю крышку. Сейчас посмотрите, как все, в общем, мы это проделывали. Также сегодня мы вам покажем уже готовые абсолютно рундуки, покрытые, отшлифованные, залаченные уже внутри прицепа. И также сегодня мы начинаем рассказывать о том, как, в общем, мы делаем заднюю часть прицепа, то есть там будет много интересного, там кухня, каркасы, всякие штучки, дрючки для того, чтобы хорошо закрывалась задняя крышка, о страданиях, которые, в общем, мы переживаем в данный момент, потому что это достаточно сложная работа, но в то же время она интересная, резинки, вот эта вся история, в общем, сейчас мы начинаем работу в той стороне. Плюс ко всему, сегодня я снова облачусь в прекрасный костюм космонавта и буду покрывать эпоксидом уже верхнюю часть крыши. Я уже закончила покрытие, так скажем, передней части, которую можно покрывать стоя на земле. Сегодня вознесусь наверх и, в общем, буду работать там. Тоже немножко покажем вам эту историю, но совсем чуть-чуть, потому что уже про покрытие эпоксидом, наверное, я не знаю, 3, 4 или 5 видео у нас снято очень подробных. Если вам интересно, как мы работаем с эпоксидом, с эпоксидкой, в общем, смотрите предыдущие видео в том плейлисте, о котором я говорила, там прям вот можно пошагово учиться, как мы это делаем. Сегодня, в общем, все будет приблизительно то же самое. Вот, давайте начинать. We'll be right back.
привет изнутри. У нас звук как из бочки, потому что прицеп уже целиком собран. У меня появился помощник, который помогает мне записывать эту часть видео и заодно тестирует наши рундуки. Собственно говоря, у нас прицеп уже собран, у него есть полностью стены стоят, крыша, в общем, тоже уже приклеена. Вот, осталось только двери поставить, и все, это уже как бы будет все чудесно, но двери поставить — это вообще отдельная боль, поэтому об этом мы даже говорить сейчас не будем. Сейчас мы говорим про рундуки. В общем, собственно говоря, мужик, иди сюда. Вот так. Ой. Давай, поиграйся немножко в Лего, мама пока пару слов скажет. В общем, вот так мы и живем, да. Вот если кто-то, в общем, думает с детьми что-то делать, это будет вот так выглядеть. Смотрите, в общем, готовые, уже целиком сделанные рундуки у нас выглядят вот так. Это уже покрыты эпоксидом, покрыты лаком, скручены, сделаны. На этой части, видите, уже даже окончательно вот эту штучку мы здесь прикрутили. Такие же будут еще вот с этой стороны и вот там на вот этой части крышки. Тоже. Но, в общем, в принципе, это уже готовая история с этой стороны и с той стороны. Вот так они уже оба готовые внутри прицепа выглядят. В одном из видео мы уже показывали, ссылку оставлю, опять же, где-то наверху, как мы эти рундуки делали, сколько туда влезает, насколько они вместительные. Все есть у нас на канале, можно посмотреть подробненько, как вообще, чего и к чему. Вообще хочу сказать, что изначально рундуки казались нам чем-то маленьким. Ой, знаете, сейчас пару ящиков сделаем, и все будет чудесно. Но на самом деле мы, наверное, уже несколько недель, если не целый месяц, занимаемся практически исключительно только ими. Ну, мы делаем еще что-то, но они занимают огромную часть вообще нашего времени. Занимали, точнее, слава богу, мы их доделали, потому что нарисовать, начертить, вырезать, скрутить, склеить, понять вообще, как они будут располагаться, покрыть каждую часть, каждую крышечку, каждую сторонку, каждую вообще штучку-дрючку несколькими слоями эпоксида, каждый раз подождать, пока все это высохнет, каждый раз все это шлифовать, покрывать лаком. В общем, они нам уже вот здесь, эти рундуки, сидят. Честное слово, даже, ну, мы, честно говоря, не ожидали, что это займет такое количество времени их сделать, хотя кажется, что вот, сколотил ящик и поехали. Но на самом деле это можно сказать, наверное, про любую часть этой работы, вообще делание, так скажем, прицепа, что любая часть этой работы может показаться: ой, да что там, три шурупа прикрутить, или ой, да что там намазать, знаете, все будет чудесно. Но, во-первых, у нас, как вы видите, помощники в виде детей, которые, собственно говоря, сейчас у нас еще Леечка в садике, обычно их двое. И вот это все происходит у нас вообще нон-стопом, ночью мы не работаем, все спим, и поэтому приходится как-то вокруг детей все это крутить, вокруг работы, вокруг всего, и поэтому, если вдруг вы решитесь тоже что-то такое делать, подумайте о том, где вы будете брать время, энтузиазм и все остальное. Но результат, как видите, это такая награда, которую вот смотришь, и да, мы это сделали, мы молодцы. И, в общем, это, конечно, радует. А когда мы уже доделаем его целиком, наверное, я не знаю, как мы будем это отмечать. Я сказала мужу, что мы его сожжем во дворе в честь завершения нашей работы, потому что уже в какой-то момент, на самом деле, уже невозможно продолжать дальше. То есть приходится заставлять себя работать и говорить, что, как говорится, аппетит приходит во время работы. То есть все это есть, это не то, что там, ой, бабочки летают и... Да, ничего не идет, башня, давай, вот так. И, в общем, как бы феи не летают, а единороги радугой не какают. Да, это работа долгая и кропотливая. Но, как видите, все чудесно получается. Пойдемте смотреть дальше. Надеюсь, нам удастся отвлечь Макса сейчас. Так, ну что же, вот мы переместились уже в заднюю часть нашего прицепа. Вот здесь будет сверху крыша, это у нас кухня, ну, в общем, как вы, наверное, помните. Сейчас основные работы у нас проходят именно в этой части, потому что у нас задача сейчас самая главная – это герметично закрыть крышку прицепа, что тоже отдельная боль во всех частях тела, особенно в мозгах, потому что нужно понять, в общем, как это сделать так, чтобы не проникала вода, влажность, пыль и все остальное, чтобы плотно прилегало, чтобы замки закрывались, в общем, очень много «чтобы» у нас. Что уже сделано на данном этапе у нас? Мы поставили каркас кухни по уже изначальным чертежам, вырезали, вот здесь будут ящики выдвигаться, сверху будет лежать столешница. То есть, в принципе, это просто, ну, каркас, чтобы было с чем работать и понимать вообще, где чего дальше, какие, ну, наложения в плане вот этих всех
штук у нас будут. Поэтому положили каркас. Размахиваю я сейчас резинкой, которая будет крепиться вот к этой направляющей. Алюминиевая направляющая у нас идет вот по всей части прицепа. Вниз у нас не будет нахлёста, то есть крышка будет прилегать прямо вот в стык. И здесь будет проходить резинка, то есть по всему периметру задней крышки, вот здесь в углах, вниз, 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 будет проходить вот эта резинка, которую в одном из видео мы уже показывали. Это автомобильная резинка, которую, в общем, мы купили. И вот таким образом сюда будем ее прикреплять. Для чего это делается? Для того, чтобы, в общем, когда, например, идет дождик, вода стекала вот здесь, да, и не проникала внутрь прицепа. То есть это герметичное закрывание крышки нашего прицепа. Как мы вот что будем делать и как будем делать углы, стыки и все остальное, мы вам отдельно покажем. Просто потому что мы еще не придумали, как мы будем это делать. Поэтому нам еще не о чем снимать это видео. Но обязательно мы к этому вернемся, потому что это сейчас задача номер один – закрыть крышку. Потому что, в принципе, это сложнейшая, наверное, задача всего прицепа – сделать его герметичным. Это основное назначение того, чтобы здесь, в общем, ничего не промокло, не затекло, не загнило, и вообще он работал. Ну и вот, собственно, модуль кухни уже миллион раз мы показывали. Вот он уже в работе, в действии, что называется, покрытый, отшлифованный, в общем, готовый. Осталось только сверху сделать крышечки, ну, закрывающиеся, да, замочки поставить, внутри сделать полочки. В общем, можно ставить тарелки уже, это хотя бы готово. Так что пока что выглядит вот так. Что будет дальше, еще неизвестно, но будем обязательно вам снимать, держать вас в курсе дела, в общем, своих идей и всего остального, особенно что касается именно герметичности, да, то есть как будем прокладывать резинку, что будем делать, как что будем склеивать, все расскажем, как только придумаем. Если у вас есть идеи, секция для комментариев просто ждет вас. Мы будем счастливы послушать. Может быть, вы уже прошли этот этап и пришли к чему-то, да, что-то протестировали, может быть, какие-то свои идеи или чьи-то идеи. И, ну, пришли к какому-то решению. Поэтому, в принципе, если, ну, какие-то мысли, которыми вы готовы с нами поделиться, мы очень будем рады послушать, особенно что касается вот именно прилегания крышки и замков ко всей этой истории. То есть, если у вас вдруг есть тоже что нам сказать, мы будем рады послушать. Вот. Так, ребята, ну, как я уже говорила, вот здесь уже все покрыто эпоксидом, сетка, в общем, эпоксид, все это мы уже сделали несколько дней назад, уже все высохло. Но поскольку у нас весна, конечно, поет и птички тут, и все на свете, и цветочки, и деревья цветут, но, к сожалению, весна принесла нам и дожди тоже. И поэтому мы не можем работать ежедневно на открытом воздухе. Сегодня вот пока у нас нет дождя, но сегодня его уже обещали. И поэтому нам надо быстрее-быстрее покрыть эпоксидом крышу вот там до самого конца, куда, собственно, я сейчас и полезу. О чем вот сейчас через пару кадров вы увидите, как я это делаю. И поэтому нам нужно, в общем, продолжать нашу супер работу. Вот, поэтому мы идем работать. Вам желаем хорошего дня, чтобы все у вас получилось, прекрасного настроения вам. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Заходите к нам еще на канал, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы там выкладываем фотографии о том, как, в общем, прогрессирует наша работа. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока!